Недавно мы сделали видеоролик, связанный с квотами Трампа на 2018 год. Там вышло 45 тысяч человек из всего мира, в том числе там около 2 тысяч из стран СНГ. Ребята, это не относится к убежищу на границе в Тихуана. Абсолютно никакого отношения к Тихуана не имеет. Это беженцы, которые подают через общественные организации, через посольство в своей стране. Это не имеет отношения к вам. Ни пароли в общественных интересах, ни другие программы, которые могут быть использованы в своей стране лицами, которых преследуют. Тихуана — это совсем другое. Убежище через Мексику — это совсем другое. Убежище через Гуам, Сайпан — это то же самое. Это не имеет отношения к беженству. Так что не пугайтесь и... Просто мне сейчас звонила Екатерина, я, кстати, нахожусь в Испании. Здесь мы готовимся к встрече с нашими друзьями, которые подали на убежище в Испании, уже живут 7 лет здесь, в Малаге. Вот, сделаем ролики, будет интересно, смотрите на нашем канале. Кстати, я сделал по Швеции тоже интересные материалы. Итак, ребят, повторюсь, Тихуана, Гуам, Сайпан. Никакого отношения к беженству и квотам Трампа на 2018 год не имеет. Не бойтесь и реализовывайте свои цели через программы убежища, через Тихуану, либо через Гуам, Сайпан. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. Удачи вам в эмиграции, всем всего доброго, пока!